А ученые продолжают искать способ остановить пандемию, в том числе российские. С середины июля в стране стартуют испытания новой вакцины от коронавируса. Предполагается, что она сформирует в организме иммунный ответ на опасный вирус. Три предыдущих прототипа вакцины уже показали свою эффективность. Об этом сообщают РИА Новости. Мы решили спросить у кировчан, готовы ли они привиться от COVID-19, если такая возможность появится. Мнения разделились. Я, скорее всего, нет, потому что немного не доверяю нашей российской медицине. Я бы воздержалась от этого. Ну, я бы согласилась, на самом деле, против коронавируса сделать прививку. Я считаю, что антипрививочники, ну, это какая-то глупость. И когда мы болеем, мы же идем не в церковь, и мы не пьем травки, мы идем в больницу. Пандемия COVID-19 – это серьезная проблема для всего мирового сообщества. И безопасность здоровья населения – очень важно, и я бы согласился. Наверное, пока не рискнула, потому что это действительно только новое еще в нашей медицине. Да, потому что прививки – это важное изобретение человечества, мне кажется. Но скорее не сразу, а через какое-то время, чтобы знать, что она работает. Даже не знаю. Я буду не уверена, что это действительно поможет. Да, говорю. Почему? Да, чтоб не заболеть, что? Отказалась бы. Я против всех прививок вообще, в принципе. Я считаю, что нужно это делать, иначе никак. Здоровье нации!